Several New World. Четыре разных варианта. Техно, Magic, голодные игры и песочница. Все только после вайпа, песочницу вот только что открыли. Адекватная администрация, бесплатная система скидов даже для простых игроков. Также у этих ребят имеется свой канал, все ссылки будут в описании. Ребят, помните, в прошлой серии я обещал все-таки добить тех ублюдков двоих, да? Ублюдков? В прошлой серии Гипершоу. Мы это сделаем сегодня с Андрюхой. Стой, подожди, остались... а чё я только сейчас узнаю, что кого-то бить придется? Ну, потому что я тебе меч уже дал. Все, нормас, пошли, я готов. Так, на... Так, что-то мне тут накидали всякие какашки, мне вот это вот все не надо. Землица русская. Вот, вот, слушай, смотри, что у меня есть. Что это? Я вот... Во, чё, что на голову кидать будешь? Да как нефиг. Могу тебе, конечно, дать лопату солдата Кронос. Солдата лопата Кронос? Я буду рубить, короче, топором. Так, теперь пиши ко мне кол. Давай, я тебе ТП цепну. Это будет самое внезапное появление, чувак. А... Если они есть на сервере, им жопа. Так, ты у нас кто будешь? Ты у нас там что-то с единицей связано. Дай-ка я на твой ник посмотрю. Давай. Можно подумать, я не вижу твой ник. Так, давай. А тут уже скайп мой один спалил. Ты куда делся? А, все, я понял. О, нихера у тебя апартаменты, чувак. Это не мои. Ну пофиг. Будут. Привет, скучал? Че, ты нашел кого-то даже? Сначала, сучка, да, бей его. Охренеть! Мутуй. Лупи. Так, кто не наш? Он убегает. Куда? Он опять туда же убегает, вот тварь. Так, давай сделаем вид, что мы с тобой пвпшимся. Бей меня. Ну не, стой, тихо. Вот, я тебя ударил. Тебе было больно? Ты страдаешь? Теперь убегай к тому чуваку, который там наверху. Так. Тихо. Эй! Я между ними прожал, я не знаю, что тут происходит. Какой-то Хабитус, слушай. А мы неплохо... Меня не бей. Тихо. Андрей. Я перепутал, ты кто? Это ты кто? Ничего, мы просто... Андрей, ты кто? Мы подыграли, я подыграл. Тихо. Все есть на кого? А, да, на клане есть. Тихо. Мир. А почему я писать не могу? Мир. Иди сюда, напиши мир. Я хотел сверху запрыгнуть, знаешь. Иди ко мне, пиши мир. Мир. World and Peace. Да, а теперь пиши, пошли с нами драться. Напиши, пошли, убьем того чела. Так, тихо. А то чел, походу, домой вернулся. Я писать так, умею. Так, а теперь быстренько беги в тот дом. Бегу в апартаменты, да? Окей. Да, в апартаменты. Просто беги. Я провалился! О, нет. Опа-на! Кто нагрянул? Ваш старый друг нагрянул, а чьи-то вещи выпали, а? Макс, нужна помощь. Какая, Макс? Я тебе сейчас дам, Макс, ты мне изменяешь? Трюха! Ты мне изменяешь? Нет! Я знал! Ты изменяешь мне! Главное, лупи его, Андрей, не перестал. Так, блин, он меня выпихнул. Это я тебя выпихнул. Господи, вы такие разные, точнее. И куда? Тут на кого батон крошишь, хлебушек? Ой, меня сейчас убьют. Уходи. Ты. Защищу Андрюху. Защищай меня, защищай. Save me. Ясненько. Андрей, ты должен был уйти отсюда. Я пытался. Я тебя убил просто. Я поскользнулся. А без брони-то тебе трудно будет, парень? Так, ладно, окей. Это у меня броня сломалась, точно. Я сначала не понял вообще, у кого она сломалась. Ты сможешь меня быстро принять, чтобы я где-нибудь там потусовался? Давай. Я тебе прислал этот. Давай. Так. Так, опять он жрет свои яблоки. Так, Андрюх, я тебе сейчас отдам. Когда тебе говорю, ты должен уходить, ты уходи. На... Я пытался, я поскользнулся. Так, на тебя. Так зачем поскользнулся? Тебе нужно встать, забирай шмот. Где? Сука! Где? Ты, вот, я вижу. Андрей, тихо, я видел. Так, вот, хватай. И мечи крутой хватай. Все. Тихо. Так, на тебе еды. На тебе всяких инструментов. Где еда делать? Так, слушай, мне штаны нужны. Семён! Так, где мои запасы тут? Вот, отлично, сейчас я штаны сделаю и пойдем дальше их бить. У меня яблоки пропали. Слышишь? Напиши кит-бонус и зафигай себе алмазку. Кит-бонус. Так. Да, у меня железка выдалась только. Но алмазы же нам должны были дать, нет? Ничего да? не дали.
Слабенько. Так, то есть у тебя вообще алмазов нету? Вообще, у меня были алмазы, но ты, походу, из меня выбил, как... А, да, выбил, походу. Так, сейчас я тебе закрафчу, короче, алмазы-нагрудник, тогда иди сюда. Сейчас выдам и пойдем их дальше бить. Ты выбил их из меня, как Саша. Со мной. Так вот. Так вот, отлично. Хватай, одевай, пошли, убивай. Во. Хватай, убивай, давай, убивай. Так, пиши кол. Я пишу к тебе кол. Погнали. Round 2. Round 2. Или это у тебя уже какой раунд с ними? Давай, давай, это раунд уже 100-500-ый, потому что эти падлы вечно жрут яблоки. Он, кажется, был готов отключиться. Он сбежал. Ей! Питер! Вот, я так в прошлый раз подскользнулся, я не смог выбежать. Вот что ты имел в виду, подскользнулся. Я не смог выбежать. Так что, как нам отсюда выйти? Что-то не так. А смотри, он забаррикадировал. Замудрихонили какую-то херёху. По-моему, писюн. Так, а как-то выбраться-то отсюда? Ну, хотя нам не очень-то нужно это выбраться. Типа, у меня крутое место и не заприлачен. Что? Что это такое? А, подожди, мне кажется, здесь можно пройти. Кирпичная стена! Я очень плохой шпион. Стена просто... Напиши кол. Кому? Ко мне. Окей. Тебя не выкинуло, да? Я должен был через окно прилететь, да? Да. Я тебя хотел выкинуть с окна. Так, давай еще раз попробуй. Давай. О, не выкинул? Выкинул. Почти? Почти. Да? Да, все. Давай еще раз пишу. Я вылез. Красава, видали, ребята? Я просто взял сюда, и выкинул сюда, его сюда, оттуда. Сюда. Ацепт. Я же не могу сам себя выкинуть, я, конечно, слабость. И что там? Где? Че? Ничего, все жив, цел, орел. Дай мне еды. Так, тихо. Еды! Я сегодня так не могу прыгать, как обычно. Я запрыгнул. Слушай, ты вообще какой-то... Ты что, ты такой корявый, иди сюда. Кто скачет, то и понял, ага. Да. Ага. Смотри! Не судьба, понимаешь? Дай еды, пожалуйста, кинь мне сюда еды наверх. Сними броню, скин посмотреть. Но ты его ударил после как? Этого, я не думаю. Я его не смогу ударить, типа. Типа. Да это ты посмотри. Напиши еще раз. Вдруг он подумает, типа. А, дурачки. Он сейчас через окно показать хочет. А мы через окно бить можем по плану или нет? Я могу. Напиши еще раз. Тихо. Кол напишу. Лайки. Знаешь, я был очень близок. Да, это было вообще же. Ладно, на секундочку. Я был очень близок. Да. Блин, если бы он так быстро не. Ой, блин. Смотри, у меня тут спаунер свинок. Тихо, здесь рядышком кто-то бегает. Смотри, кто! Ты! Идиот! Идиот! Ты меня испугал! Я чуть не обгадился! Ой, блин! О, господи! Подбегай, ты сразу бей! Нет, бы на ник посмотреть! Рефлексы! Рефлекс у него, блин! Мне страшно было! Ладно, все, пока придет. Ой. Да ты слышишь, я когда его на тебя в суд подам, серьезно. Здесь два железника, короче. Давай. Подожди. И они мирные. Мирные коровки у тебя за окном, пошли. А, нет, здесь ПВП, короче, офнуто. А, вот это печально. Это очень печально. Давай попросим их пройти с нами, мол, для проведения следственного эксперимента. Прими. Давай. Тихо, убери оружие, мол, мы кулачки. Так, я тоже. Напиши теперь... Привет. Да! Это самый верный распространенный вариант. Чуваки, Говска! Ты хочешь, чтобы они тебя, да? Напиши... Го к нам в клан, у нас свой замок. Во! На в клан... У нас свой замок. Да.
Да, чувак, слушай, ты смеешь сфорганить замок за полминуты? Конечно. Это ж я. Напишите сейчас кал. Напишите сейчас кал. Он далеко. А. Так, а теперь пиши хом. Я к тебе пишу кал. Ты пишешь мне tp-accept. Пишешь хом, потом tp-accept. Ты думаешь, он запомнил твой ник? Твой за... Он просто кол в чат написал. Ясно. Окей, профессионалы. Так, еще раз давай. И пиши ко мне кол. Ты есть... Я иду. Напишите слэш. Ну, напишите кол и напиши, как писать кол. Как там твой ник? Чёрт, подожди, они брони скидывают в сундук. О, нахера? Ну, типа, чтоб, если мы их вдруг убьём. Мы их не будем убивать. Меч убери из руки, не убиватель. Напиши, напишите кол и, ну и свой ник напиши. Быстрее, ток. Так, напишите кол... Лахер. Фанкетс один. Да. Я теперь хом. Да, теперь хом. Давай. А я к тебе кол. Тп-эцепт. Одень броню, а то тебя здесь убить могут. Я в броне, ай да. А, я в броне. Все нормально, я в броне. Все нормально, все нормально, я в броне. Типичный Андрей. Так, пишет ко мне кол один. Который в броне, походу. Тихо, мирно, нежно. Напиши, привет. Напиши, дай свой скайп напиши. дай свой скайп. Тогда мы его отвлечем, он начнет писать его. Так, тихо, он сейчас отвлекается. Насчет ебьем, раз, два, три, погнал. Видал вот это вот тоненькую мыслишку? Вот как вот обмануть дебила? Вот серьезно, вот за 2 секунды просто чпок! Чпок! Все. Так, знаешь, подходит и чпок! Так хорошо входит так. Так, я, короче, кол к капусте написал какой-то. Катер. Вот тут кто-то есть, слышишь? Саня, где? Тут кто-то есть. Где? А это ты. Что-то про меня говорил, что я тебя бил. Я вижу, кто-то поднимается ко мне, мне страшно стало. Я запаниковал! Саня, тут кто-то есть. Ой, что-то полетело. Ой, ёп. Ой, кто-то полетел.